Да, через наш портал образовательных услуг Республики Саха-Якутия вы можете записать своего ребенка, не выходя из дома, через интернет, да? Вы можете подать заявление из трех источников. Первый источник – это портал госуслуги.ру. Второй источник – это региональный портал госуслуг по адресу e-якутия.ru. И также через наш портал. Он у нас адрес в интернете имеет edu.e-якутия.ru. На нашем же портале вы после подачи заявления можете отслеживать свою очередность. На портале у нас имеется услуга «Проверка текущего статуса заявления». Вы туда заходите, выбираете муниципалитет, прописываете свидетельство о рождении ребенка, это у нас серия и номер, и нажимаете «Найти заявление». После этого вам выдадут информацию по муниципальной очереди и по отдельному садику. Ну, все время, да, очередность, как ребенок зачисляется, у вас очередь смещается на одного ребенка. Ну, вот бывают вопросы у родителей, да, очень много, почему моя очередь смещается назад, например, на одну позицию. Хочется объяснить по этому поводу. Есть такая категория заявителей, которые являются у нас первоочередниками и внеочередниками. Соответственно, если они подают заявление, ваше место может сместиться на одну позицию. Это являются многодетные, сотрудники полиции и так далее. По состоянию на сегодня было подано 15 заявлений, на вчерашний день 55 заявлений. В среднем у нас каждый день поступает около 50 заявлений. Вы можете экономить свое время, так что не бойтесь, подавайте заявление электронно и также отслеживайте свою очередь на нашем портале.